Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новом проекте, который ставит своей целью создание первого в мире гибридного искусственного интеллекта, который создан для обнаружения киберугроз, которые возможны на традиционных финансовых рынках и данных для бизнес-аналитики. Представляю вашему вниманию проект The High Project, что означает Hybrid Artificial Intelligence, то есть искусственный интеллект. Ни для кого не секрет, что любая инфраструктура в какой-либо отрасли имеет уязвимые или неверно настроенные элементы, позволяющие злоумышленникам использовать данные системы в своих интересах или даже атаковать их с целью личного обогащения за счет других людей. Вот почему нам нужно нечто, превосходящее человека по его возможностям и способностям. Главная задача платформы – предоставить возможность пользователям буквально из любой части мира, предоставить надежную, недорогую и удобную платформу, позволяющую взаимодействовать с искусственным интеллектом и использовать свою силу Cyber Security, Finance и Business Intelligence и предоставить возможность улучшить наш мир. Что представит нам платформа? Во-первых, высококачественный набор инструментов. То есть платформа и интеллектуальные контракты полностью функциональны и оптимизированы за счет уникального языка программирования. Второе. Легкость использования. Интуитивно понятный и простой интерфейс, полная инструкция и поддержка 24 часа в сутки и 7 дней в неделю обеспечат вам самые комфортные условия для работы. Третье. Легкость настройки. HAI создан с соотношением опций. Поэтому ваши исследования или задачи будут распознаны системой, и вы сможете создавать свои собственные настройки. Четвертое. Быстрая и недорогая платформа. Основная цель создания HAI – использовать силу искусственного интеллекта, чтобы получить результаты в кратчайшие сроки при низких затратах средств, экономия для вас и владельцев тысячи бизнесов. Вот. А по токенам ICO, значит, название токена HAI – всего выпущено токенов 100 миллионов. На pre-ICO, которое начинается 30 апреля 2018 года, цена за один эфир вы сможете купить 2400 токенов. Хардкап на этот период составляет 10 миллионов проданных токенов. На первой стадии ICO, которая начинается 14 мая 2018 года, цена за один эфир вы уже сможете купить только 2000 токенов. Хардкап 35 миллионов. На ICO второй ступени, которая начинается 28 мая, цена также 2000 и хардкап уже 30 миллионов. Команда проекта состоит из высококвалифицированных специалистов, которые имеют огромный багаж опыта и знаний и вообще все необходимое для успешной реализации данного проекта. Подводя итог, хочу сказать, что проект направлен на решение очень важных вопросов и проблем, так как в современном мире действительно кибербезопасность является очень острым вопросом, который нуждается в современном решении. А благодаря тому, что проект позволит пользоваться своими услугами всем пользователям по всему миру и небольшой стоимости, я считаю, в будущем он выведет кибербезопасность совершенно на новый уровень. Благодарю за внимание и до новых встреч, друзья!